Добрый вечер, здравствуйте, дорогие друзья. Рада вас сегодня приветствовать на нашей презентации. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Давайте проверим сначала нашу связь с вами. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня хорошо слышите, если все в порядке у нас со звуком в этой комнате. Замечательно. Так, отлично, отлично. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо, это самое главное. Ну, супер тогда. То есть, если у нас есть связь, значит, все тогда мы сделаем замечательно. Друзья, ну, меня зовут Диана Борщенко. Я являюсь национальным директором компании Incruzes. С удовольствием сегодня вам представлю нашу компанию, наш клуб замечательный и, конечно же, те возможности, которые он предоставляет. Вы знаете, я сейчас вот сегодня целый день практически... Не видно, что нам не видно. Слайды у меня стоят. Значит, друзья, да, давайте договоримся как бы изначально, чтобы я не отвлекалась на вот это не слышно, не видно. Вы, пожалуйста, когда будут писать вот эти не видно или не слышно, вы просто посоветуйте им либо перезагрузиться, перезайти, выйти, либо зайти с другого браузера. А если им не видно, это значит, у них нет флешплеера. Или действительно просто с другого браузера зайти. То есть, чтобы я не, знаете, не отвлекалась на это, тем более, что они меня слышать не будут, если им не слышно, то вы, пожалуйста, напишите им, что им нужно сделать. Я вам буду очень благодарна. Иначе меня не видно, но у меня фото. То есть у меня не онлайн такая будет, но фото мое вы должны видеть. Угу. Да, хорошо. Ну все, если все в основном-то видно и слышно, значит, это проблема только у людей в настройках. Я продолжаю, я иду дальше, потому что это все будет зависеть только от ваших настроек. У нас все хорошо. Идем дальше. Итак, друзья, я хотела вам сегодня сказать, что я сегодня целый день под впечатлением тех роликов, тех фото, которые присылает мне сегодня моя структура, которые просто отдыхают сейчас на разных круизных линиях, на разных маршрутах. И, знаете, просто идет вот вал таких фото, видео, все счастливые, все довольные, все красивые. Это просто очень-очень приятно. При том, что я еще сегодня провожаю также своих детей в круиз. И у меня сегодня круизный день, в общем. Очень-очень хочется снова поехать. Прям то, что я фото вижу моей структуры, которую присылают в Мировилле, где мы также были с семьей, то, конечно, хочется туда снова и снова вернуться, хочется вернуться в те города, где были. То есть, ну, круизы – это незабываемо. Поэтому я вот под таким сегодня впечатлением и хочу вам донести о прелестях такого замечательного отдыха, как круизы. Ну, для начала я хотела бы у вас спросить, здесь есть ли новички, если вы меня слышите, если у вас все хорошо со звуком, скажите, пожалуйста, здесь есть те люди, которые еще... Ну, может, вы уже и слышали об Incruzes, но просто еще не приняли решение. Вот, есть, замечательно, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы здесь, спасибо за то, что вы хотите разобраться. Спасибо огромное, да. Вы знаете, вот, ну, собственно, мы для всех проводим такие встречи и презентации, но самое главное, это, конечно же, для тех новичков, которые только-только принимают решения, и мы хотим вам в этом помочь, рассказать об этом замечательном отдыхе и, конечно же, вам показать все его прелести. Но первое – это я хочу познакомить вас с нашим круизным клубом. Наш круизный клуб, он называется Incruzes. И если говорить, почему круизы, то на самом деле там много-много разных преимуществ. Ну, вот, во-первых, то, что вы видите, что здесь круизный отпуск, он дешевле в несколько раз, даже чем классический отдых на земле. Но вы знаете... Здесь написано 30-50%, но если все это посчитать правильно, то там будет значительно-значительно будет дешевле все-таки круиз, нежели
если мы проводим это земными какими-то путешествиями, это все значительно дороже. Но это только одно из преимуществ, которые у нас есть, это то, что он более экономный, он бюджетный вариант при тех услугах, которые вы получаете. Но для меня, конечно, больше всего это то, что вы получаете здесь другие эмоции, чем если вы путешествуете просто на земле. А первое, что мне нравится, это вот круизный лайнер, который вот этот ваш отель, который вас доставляет из одного пункта в другой, из одного города в другой. И вы каждый день, каждую секунду вы видите новые какие-то ландшафты в своем там или балкончике, или если вы выходите на палубу, вы это смотрите. То есть это всегда... Ничего не скучно, потому что все меняется. И вы не знаете, когда вы утром придете в порт, что вы увидите там. Это действительно потрясающе, когда вы открываете свое окошко или балкон и видите другую архитектуру, другую страну, другую. Там могут быть горы, там могут быть леса, там может быть пляж. То есть это потрясающе. И вот этот красивый лайнер, красивый ваш отель, он вас просто перевозит из одного города, из одной страны в другую страну. А что еще очень немаловажно, то, что отличает именно наш круизный отдых, это то, что вы 100% отдыхаете. Вы не тратите время на переезды. Что вам не нужно, что вот нужно посвятить какое-то время дороге, перелету там или переезду. Либо вы в экскурсиях, вы пришли, вы отдыхаете, вы знакомитесь с новым городом, либо же вы на лайнере, где, собственно, вы получаете все те услуги, весь тот сервис, все те развлечения, которые для вас запланировала именно команда лайнера. Поэтому вы 100% отдыхаете, то есть нет необходимости терять время на вот эти все переезды. Те услуги, которые вы будете получать, и развлечения, если бы это было отдельно, сухопутным способом, да, то, во-первых, это нужно было бы узнавать, где это будет проходить, это отдельно платить, туда добираться. Здесь же все с вами, все рядом. Вот на одной небольшой площади вы можете, это в пределах лайнера, вы можете получить все, и бродвейские шоу, и театральные шоу, и цирк Дю Солей, и в ресторанчике посидеть, и самому на дискотеку пойти потанцевать. То есть это все, что вашей душе только угодно, это все будет в пределах одного, ну, как бы лайнера. Поэтому это очень здорово и это очень удобно. Еще, да, запись будет, друзья, запись будет. У нас всегда она автоматически просто записывается. А что еще очень интересно именно в круизах, это то, что у вас очень много развлечений будет на любой ваш вкус. Это, знаете, 24 часа в сутки. Это музыкальные бары, шоу. Если у вас душа поет, требует, как говорится, праздника, то это караоке. Кстати, потрясающие бывают номера. Но это просто, знаете, какие-то бриллианты. Вот люди обычные, которые там отдыхают, но у них потрясающие голоса. Мастер-классы, если танцевальные, если вы что-то не уверены, что вы будете вечером как на дискотеке танцевать, то днем, в течение дня вы можете сходить на танцевальные мастер-классы. Различные вечеринки, белые вечеринки с капитаном и другие, то есть это то, что семейные, гавайские, очень много различных тематических еще и вечеринок, которые можно посетить там. Если вы любите активный образ жизни, если у вас много энергии, то вы можете также еще пойти и получить удовольствие от активных видов спорта, да. Вы можете это пойти в фитнес, какие-то центры, но также есть много развлечений. Это и гольф, и баскетбол, и там серфинг, теннис, то есть поло. Это много-много всего. Разные лайнеры, они отличаются тем, что на каждом лайнере есть что-то свое, есть что-то вот особенное, то, что они могут предложить. Они всегда хотят больше и больше доставить как бы удовольствие своим клиентам, поэтому они всегда что-то придумывают, только чтобы гостям было хорошо.
Питание. Питание – это замечательная кухня, которую вы можете попробовать именно там, в круизах. Это то, что обязательно вам понравится на любой вкус. Вот знаете, я была вот на Мировильхе, то у нас был целый отдел, где wellness питание для тех людей, которые… ну, как бы здоровый образ жизни, знаете, сейчас модно, популярно, и иногда вот сейчас вегетарианцев очень много, у меня также дети были, то есть мы с двумя детьми были, это тоже были оба вегетарианцы, поэтому, ну, надо, чтобы блюда были там без мяса, и, соответственно, они могли там кушать только то, что не касается каких-то там животных, жиров или мяса. Поэтому там все есть этот выбор. Это вы можете различные там овощи, салаты можете делать, различные там фрукты экзотические. То есть все, что вам там только пожелается. Ну а для любителей, все-таки не вегетарианцы, то безусловно есть всякие мясные, рыбные, морепродукты. То есть кухни на любой вкус. И так как есть лайнеры, которые в Азии, там азиатская кухня может быть. Вот на Средиземноморье это там итальянские круизные линии, это MSC, Коста, те, которые у них прям там делаются очень вкусные пиццы, моцарелла там делается, прям цех такой есть. Поэтому все свежее, все вкусное, все качественное. И знаете, здесь можно попробовать и высокую авторскую кухню, вы можете пойти. Есть рестораны, которые… Вот, допустим, все, если за вами закреплен будет ресторан и шведский стол, то это все включено уже в круиз. Но есть рестораны, которые авторской кухни, они платные. Но вы знаете, это не те деньги, которые нельзя себе позволить, чтобы попробовать именно авторскую кухню. Поэтому я рекомендую, если у вас будет такая возможность, зайти в ресторанчик, чтобы заказать вот именно авторскую кухню, что-то, какое-то блюдо от самого мастер-шефа. Это очень вкусно. Поэтому вы всегда будете сыты, всегда вы можете с собой взять, вы можете в каюту с собой взять, или если вы утром пришли позавтракали и идете на экскурсии, также можете с собой это взять, то есть это нормально, то есть это все допустимо там, и, безусловно, можете с собой в каюту брать, если вы хотите где-то там на балкончике посидеть или там, может, немножечко перекусить. Поэтому всего очень много, выбор очень большой. И когда я спрашиваю, какую одежду брать с собой, то все рекомендуют, чтобы растягивалось, потому что, ну, очень много искушений, чтобы попробовать вкусные какие-то блюда новые. Теперь мы поговорим с вами о каютах. От уровня кают будет зависеть и стоимость вашего круиза. Безусловно, что еще стоимость круиза, она зависит и от сезона. Сезон – это может быть дороже, это летом, и дешевле, естественно, зимой. Но еще большое значение имеет, какую каюту вы выбираете. Каюты бывают вот разные. Внутренние бывают каюты, там, где окошек нету, только вот вход, дверь. Но есть в самом телевизоре есть определенный канал, где вы можете смотреть онлайн, что делается за бортом. То есть вот сразу камеры наблюдения, которые идут сразу по корме лайнера, и вы можете это видеть сразу в реальном времени. То есть не будет у вас клаустрофобии, что вы не понимаете, где вы находитесь. Вы все это будете видеть. Также есть каюты, которые с окошком, с иллюминатором, да, и есть уже каюты, которые с балкончиком, и есть каюты, которые люкс, да, это те, которые уже могут и двухуровневые быть, это отдельная такая, как бы площадь, где находится отдельная территория, где находятся именно сьюты, каюты, и там другое обслуживание, и так просто туда, ну, не зайдешь, там отдельно, отдельные люди, отдельное обслуживание идет. Однако мы можем себе это все позволить, и даже члены клуба у нас уже отдыхают в этих сьютах. Когда мне задают вопрос: Диана, а как же, что лучше, взять каюту подороже или подешевле, я говорю так: если вы человек активный, если вы в этой каюте практически находиться будете только если поспать, переодеться там поспать,
то, конечно же, вы можете взять подешевле, которая идет внутренняя каюта, но зато вы можете чаще поездить, знаете. То есть вы можете за одну и ту же сумму денег поехать два раза во внутренней каюте или один раз, допустим, вы можете поехать там с балконом или с юты. То есть поэтому вот выбирайте, то ли вы почаще можете поехать во внутренней каюте, ну, или любите с комфортом один раз, но зато, как говорят у нас, по-богатому. То есть выбирайте, это от вас зависит, от вашего вкуса и от вашего желания. Так, идем дальше. Дальше у нас релакс. Тоже замечательная штука, потому что, знаете, мы ездим в круизы, чтобы отдохнуть, чтобы расслабиться, чтобы получить новые какие-то эмоции. И вот благодаря тому, что там есть бассейн, джакузи, лежаки, спа-салоны различные, да, но они, безусловно, платные, сауны и многое-многое другое, вот мы благодаря этому очень хорошо расслабляемся, потому что так... И отдыхая вот именно возле бассейна, вы просто, знаете, я вот наблюдала, как люди просто лежат, вот они берут, если даже прохладно, они берут такие одеялки, укрываются и просто на свежем воздухе отдыхают и спят, или купаются, если это тепло. То есть это можно по своему вкусу отдыхать. И, естественно, есть вот спа-салоны такие, спа-зоны. И можно получить и массаж различный там, и солевые какие-то комнаты. Но это все опять-таки зависит от лайнера, потому что там свои, каждому свое. По поводу детей до 18 лет бесплатно. Здесь, смотрите, на двух взрослых людей один ребенок может быть бесплатно. Однако это нужно интересоваться на лайнерах. Каждый лайнер по-своему. Я буквально вот два дня назад для своего брата тоже смотрели, мы выбирали вместе с ним круиз. И он, у него двое детей, поэтому на одних лайнерах это не учитывается, дети бесплатно, на других лайнерах учитываются. Поэтому, то есть, тут невозможно сказать, что на всех лайнерах дети бесплатно. Просто если бесплатно на этом лайнере, то это на двух взрослых один ребенок. Могут они быть до 12 лет, могут до 16 лет, ну, до 18 я не, как бы не видела, не сталкивалась, а вот до 16 я видела. Поэтому, да, спа платно. По поводу, сколько людей находится на лайнере, по-разному. Начиная от 2500, вы знаете, на самом деле самые такие люксовые, лакшери, это чем их меньше гостей и больше обслуживающего персонала. То есть они небольшие, это где-то, может быть, даже до 1000 человек, да, но зато там персонала, ну, буквально на двух человек, один обслуживающий персонал или даже два обслуживающих персонала. Поэтому вот смотрите, то есть от этого зависит и звездность. Мы были на Мировилле, там было 6 тысяч гостей. Есть другие лайнеры, которые и по 8 тысяч у нас, Гармония Марин. Есть такие, как обычные лайнеры, которые там, ну, MSC или Коста, которые по 3-3,5 тысячи людей, то есть там опера, симфония, то есть оркестра, то есть это те, которые, ну, вмещают где-то около 3 тысяч. Поэтому тут невозможно сказать, сколько, ну, как бы сколько там людей будет находиться, все зависит от лайнера. По поводу 3 года ребенка, это не, ну, независимо от того, сколько, если он до 12 лет, то по-любому это, если на лайнере это бесплатно, значит, он будет бесплатный. Единственное, что вы заплатите портовые сборы. Это где-то около $100, ну, оно по-разному, но я в пределах говорю, что это около $100 вы заплатите и за ребенка. Но зато, если вы возьмете с собой детей, я думаю, что ни вы не пожалеете, ни они не пожалеют о том, потому что у них очень много развлечений, есть у них очень интересные детские комнаты, это, знаете, можно их назвать так, садиками, где вы можете оставить своего ребенка, где он будет играться, с ним будет разговаривать на 5 языках. И, ну, дети коммуникабельные, они и так друг друга находят и понимают, о чем речь. Вот, ну, воспитатели будут на 5 языках разговаривать с ними. Поэтому можно их там оставить, их могут даже покормить там и спать уложить. Это очень удобно, когда, знаете, вы в движении, когда вы захотите, допустим, пойти на ту же дискотеку, и там очень много взрослых и громкая музыка, то можно ребенка оставить там.
за то, что вот во время, когда обед и когда там ужин, то вы дополнительно платите только $6 за то, что вашего ребенка покормят и уложат спать. А так, если вы в другое время приводите туда ребенка, то это все включено, дополнительно ничего платить не надо. Конечно же, там есть и бесплатное мороженое, но им злоупотреблять, безусловно, нельзя. Иначе будет ангина, испортите себе весь отдых. На 600-800, да, что-то мне здесь уже ушло, не могу прочитать, приличный тур. На 600-800 долларов, ну, конечно, можно. А на человека можно приезжать, ну, в сьюте нет. Если в долларах или в круизных долларах. Если в долларах, то да. Например, не, ну это 12 дней в сьюте нет. Это будет, безусловно, это будет больше. Ну, естественно, до лайнера надо долететь. Лайнер к нам не прилетит, поэтому нам нужно туда лететь, да. Это плюс доллары. Не понимаю, Леонид, что вы пишете. Я просто не могу этого понять, что у вас там. Вот, ну, что вы говорите. Поэтому, да, лучше вопросами задавайте, потому что я так, ну, не могу отвлекаться, и тем более, что не совсем четко выражаетесь в вопросах. Идем дальше. Итог. Подводим мы итог. Что же такое круизы? Но вот то, что самое главное, это вот ваш, вот этот пятизвездочный отель, который будет с шиком и с комфортом вас просто везде путешествовать, вы будете в нем по всему миру. Вы знаете, что в нашем клубе можно путешествовать, вот за 5 лет можно увидеть 150 стран. Это на самом деле достаточно много, и это очень здорово. А, тем более, что так, с таким комфортом и с такими возможностями. Круизный отдых действительно занял первое место в рейтинге всех видов отдыха, потому что если, когда собрали вот эти все, весь набор сервиса, услуг и комфорта, то его, ну, невозможно просто что-то лучшее придумать. Это, он запоминается навсегда. Знаете, те эмоции, которые люди уже переживают, вот они действительно, знаете, там люди счастливые все. И вы забываете о тех, возможно, вопросах, которые мы постоянно, в которых мы живем в своей обычной повседневной жизни. И вот это абстрагирование, видимо, от этого, и вот это то, что все доброжелательные такие, все довольные, все вежливые, все воспитанные такие. Вот это, наверное, придает этому еще отдыху на лайнере, потому что как бы как все свои, потому что вы в этом лайнере, как в едином доме вы живете. Это всегда придает такой вот эмоции, всегда какой-то кулуарности, какой-то, ну, каких-то вот так домашних, как будто бы вы все свои. Хотя это вы из разных стран и на разных языках разговариваете, но вы с этого лайнера. Поэтому запоминаются эти эмоции, и вы всегда, они очень приятные, и вам всегда и всегда захочется вернуться в них. Это то, что будет, вот это то, что дает нам именно круизный отдых. Безусловно, это обслуживание, обслуживание, которое на высшем уровне, и люди, знаете, это всегда чистота, вы не успеете выйти, как, собственно, за вами сразу там убирают, сразу чистое полотеночко, все. То есть это очень приятно, что вы заходите всегда в чистую каюту. Ну, и это респектабельный отдых, что я могу сказать еще, что я была в разных отелях, тоже пятизвездочных отелях, это действительно красиво, но это отель, который стоит вот на одном месте. И вам, если пойти где-то там отдохнуть и повеселиться, это нужно выходить и куда-то ехать или куда-то там идти. Здесь же все на месте, это очень удобно. Если вы хотите посмотреть другую страну, вам также нужно, если вы сухопутно путешествуете, собрать чемоданы, выехать с отеля, с этого, заехать, это тоже вот время не совсем это удобное, да, то есть в 12 надо выезжать там, независимо во сколько вы там приехали, вы можете ночью приехать, и все равно утром даже не успели выспаться, а уже за сутки взяли, и вам нужно выселяться. То есть тут вот есть вот эти нюансы. Здесь этого нет, вы все получаете, вы видите несколько стран за один круиз. У нас было 4 страны, есть разные, допустим, маршруты, где вы можете увидеть и больше стран.
Есть маршруты, которые вот сейчас, особенно они очень актуальны зимой, когда у нас холодная или, может, у некоторых слякотная какая-то зима, вы можете отправиться в лето, вы можете отправиться в Арабские Эмираты, вы можете отправиться в Дубай. Это очень хорошие маршруты, которые недорогие сейчас, они где-то по $600, ну, смотря на сколько дней. Вот на 10-12 дней это где-то около $700. И вы можете туда поехать, и он как отель, знаете, 2 дня стоит, допустим, в Дубае, потом он переезжает на какие-то острова там по 1 дню, потом снова где-то он на 2 дня останавливается. То есть это такой вот полупляжный такой, и в то же время очень тепло. Ну, почему бы зиму не скоротать, знаете, где-то в Арабских Эмиратах, нежели, собственно, здесь у нас в холоде в этом, да? Лучше поехать, конечно, туда, при том за такие деньги. Ну, зимой это всегда дешевле, поэтому я вам рекомендую. А дальше. А вы знаете, многие боятся воды и говорят: ой, я боюсь, потому что все начинают вспоминать «Титаник». Я уже говорю, что, вы знаете, друзья, «Титаник» это было 100 лет назад. Уже давным-давно все по-новому строятся наши лайнеры. У нас есть система навигации, у нас интернет, у нас спутник есть. И, собственно, если какие-то там проблемы с погодой, то, безусловно, это заранее всем все известно, и никто рисковать жизнями людей не будет. Почему могут пострадать там какие-то еще лайнеры, если, допустим, вот как тот же «Титаник», это маршрут был неизведанный. Сейчас эти все маршруты, где ходят лайнеры, которые сейчас ходят, они, эти маршруты настолько все уже изведанные, и настолько уже капитаны знают эти маршруты, что, ну, собственно, переживать за это уже, ну, нет никакой необходимости. Ну, а то по поводу качки там, то если это большой шторм, то просто лайнеры не выходят. Ну, а если там небольшая качка, ну, так это тоже экстрим, как вы видели ролик, который в начале, да, немножко экстрима. Но это просто не опасно для жизни, поэтому, ну, испытайте и такие еще эмоции. Теперь мы поговорим с вами немножко о туризме, как о нише, где мы можем с вами еще не только путешествовать, да, пользоваться этим возможностями, быть клиентами, быть именно теми людьми, которые пользуются этими услугами, но также мы можем здесь и зарабатывать. То есть, вы знаете, вот чтобы каким образом можно заработать? Можно зарабатывать, это открывая турагентство какое-то, да. Ну, я не говорю за те возможности, что мы можем, собственно, построить какой-то лайнер и на этом зарабатывать. Один лайнер, строительство одного лайнера стоит около 1 миллиарда долларов. Вот вы представьте только, да. Не у каждого он, собственно, этот миллиард есть лишний такой. Вот, поэтому мы можем только каким способом заработать в индустрии туризма? А тем, что мы можем туда привлекать и пропагандировать именно круизный отдых. То есть мы можем именно рассказывать об этом отдыхе и быть вот такими промоутерами круизного отдыха. И за это нам круизные линии будут платить очень даже неплохие деньги. Туризм, он всегда растет, потому что люди всегда будут отдыхать, люди всегда захотят куда-то поехать, посмотреть мир. Это их желание, оно внутри постоянно присутствует, да, они всегда хотят постигать этот мир. И если вы видите, что в 2013 году это было 15 миллионов, которые были в круизах, то в 2016 23 миллиона, сейчас около 27 миллионов людей, которые уже поехали в круизы. Это, ну, вы видите, с 2013 года чуть ли не в 2 раза увеличилось число этих клиентов на круизных линиях. Ну и, собственно, и наша лепта уже там есть. Я имею в виду, что мы также уже стали членами нашего клуба и стали гостями этих красавцев, вот, которые вы сейчас видите, такого красавца белоснежного. И на этом слайде вы видите, что в ближайшие 8 лет будет построено около 100 новых современных судов. Около 100. Вот представьте, что уже есть 200, около 250 и плюс еще 100. С учетом, что это будет практически все
возвращаются в круизы, да, то есть вот я, ну, я не знаю, как бы взята цифра откуда, я просто видела, что там около 90% людей по статистике, кто был уже в круизе, они снова и снова туда возвращаются, потому что есть новые маршруты, потому что есть новые лайнеры. Это всегда хочется с комфортом увидеть весь мир, и это можно сделать только именно в круизах. Наш клуб InCruises, он зарегистрирован 24 августа 2015 года. Работать же он начал свою деятельность, он открыл 16.01.2016 года. Сейчас он уже в 163 странах мира. Вы знаете, вот всего 198 стран, да, а в 163 у нас уже буквально работает наш клуб. Я сегодня также получила на свою почту такое приветственное письмо, что у меня растет моя структура по всем странам, да, ваши достижения увеличились, что еще добавилась какая-то страна, к сожалению, не пишут, а так было бы интересно посмотреть, какая же еще страна добавилась. У меня сейчас в моей команде, в моей структуре уже 72 страны. Интересно было бы узнать, какая сегодня. Вчера буквально международный день был по регистрациям, это была и Италия, и Болгария, и Россия, естественно, наши вот здесь русскоязычные, Казахстан, Киргизия, то есть очень много людей регистрируется каждый день с разных стран. Поэтому у нас бизнес международный. Это не нужно вот ограничиваться только своим городом или даже своей страной. Сейчас есть интернет, и сейчас есть много знакомых, которые живут за пределами ваших стран, поэтому можно на них выходить и предлагать вот именно наш клуб, потому что им это выгодно. Каждому человеку быть членом нашего клуба это выгодно. Кто создал наш клуб? Это Майкл Хатчисон, это человек, который позволил, знаете, большому количеству людей испытать вот это счастье путешествовать на круизных лайнерах. Потому что у многих были такие мечты, и есть такие мечты. Я очень много общаюсь с людьми офлайн на презентациях, и вот у них мечтах есть вот именно попутешествовать в круизах. И немногим, собственно, это не у многих это получается. И вот этот человек, он действительно подарил не только мечту, а реализацию мечты многим-многим людям. Я не могу сказать о себе, что я как бы мечтала о круизах, потому что, вы знаете, я как-то даже и не знала, что настолько там круто и классно. Вот, ну, не было у меня этой информации, и как-то было закрыто для меня, от меня это была информация. Я видела лайнеры, я видела их в Венеции, они красивые, большие, но вот как там внутри, что там как бы люди отдыхают, я как-то не знала. И вот когда мне прислали ролики, я посмотрела, я помню этот лайнер, который называется «Сплендида», он сейчас, кстати, в Арабских Эмиратах, там маршруты его проходят. Я поняла, что я что-то пропускаю в этой жизни. И спасибо большое Майклу, что он вот дал нам эту возможность отдыхать красиво, комфортно, элитно, роскошно. Это именно круизный отдых. Это человек, известный в Америке. Он бизнесмен, он тренер, коуч, он написал много книг, и некоторые из них переведены уже и на русский язык, который мы также читали. Но самое главное, это то, что он бизнесмен, кстати, вел свое, у него было шоу на телевидении с бизнесменами. Но самое главное, это то, что он тот человек, который, ведя свой бизнес, были у него разные бизнесы в течение его жизни, он никогда не потерял ни свои деньги, ни деньги своих партнеров. Это очень важно, потому что, значит, этот человек умеет вести свои дела, и для нас это очень важно, то, что мы можем быть спокойны за то, как делается бизнес в InCruises. А миссия наша – это, конечно же, чтобы люди с разным уровнем достатка могли отдыхать в круизах. Вот это самое главное, чего хочет Майкл, чтобы каждый из нас испытал эти эмоции, которые испытывают все люди на круизных лайнерах.
Круизный клуб предоставляет путешествия по всему миру от самых ведущих круизных линий мира. То есть вот какие вы здесь видите, это и Норвежия, это и Кунарт, и Royal Caribbean, MSC, Disney, Princess, Holland America, Crystal, Celebrity, Carnival, Azamara. То есть много-много разных. Это не все здесь, их безусловно больше, но это одни из самых известных и самых ведущих линий в мире. Легальность компании. Безусловно, многих это интересует, и многих, конечно, люди многие задают, насколько легальна компания и сколько я сейчас зарабатываю в Incruises. Я вам буду показывать, что можно у нас заработать, на каком ранге, я вам покажу. Я национальный директор, как я уже сказала. Итак, легальность компании – это то, что наша компания входит, является полноправным членом ассоциации круизных линий CLA. Это огромная международная компания. Вот представьте, один лайнер только это миллиард долларов стоит, а туда входит 250 таких лайнеров. Понимаете, насколько солидная компания, имеет 5 офисов, штаб-квартир по всему миру. И все, что вот происходит в круизной индустрии, оно все только с разрешения или не с разрешения именно этой организации CLA. Здесь начинаются, строятся лайнеры, утверждаются, то есть начиная от их чертежей, заканчивая уже их выходом в море. Это подготовка персонала, обучение персонала, это различные нормативные акты, это все вырабатывается здесь. То есть, вот знаете, такая их действительно как штаб-квартира. Все, что касается круизных линий, это CLA. И мы с вами являемся, вот наш клуб является полноправным членом этой ассоциации. И у нас договора со всеми круизными линиями. То есть мы являемся также членом CLA, плюс у нас договора напрямую со всеми круизными линиями. Мы являемся ихним букингом. То есть букинг – это, друзья, то, что как вы заказываете там билеты на поезд или билеты на самолет, или вы отель заказываете. Вот у нас это заказываются круизы. У нас есть доступ к базам всех круизных линий. Поэтому у каждого члена клуба установлен в его бэк-офисе поисковик огромный, на котором вы можете искать, это около 5000 различных маршрутов круизов, где вы можете себе найти такой, который вам захочется по всему миру, по вашим деньгам, по вашему отпуску, когда он у вас начинается, заканчивается, потому хотите вы на юг или на север, хотите вы норвежские фьорды посмотреть, или Австралию, Новую Зеландию. То есть вы сами выбираете, у вас нет посредников, которым вы деньги за это платите, и поэтому вам круизы, они очень и очень доступны по деньгам. Поэтому вот мы букинг, и получаем мы круизы по прямым ценам круизных линий. То есть вот какие цены стоят на круизных линиях, такие же точно и у нас. Однако у нас есть еще одно преимущество, что у нас есть так называемая единица, которая называется круизные доллары. Что же это такое? Я отвлекаюсь немножко на ваши вопросы. Что значит люди боятся входить в клуб? А что здесь такого страшного? Если можно было бы попробовать один раз, ну так, пожалуйста, попробуйте через турфирму по 2,5-3 тысячи долларов и попробуйте, ваши или не ваши тогда. То есть, понимаете, наши люди как бы все хотят и сразу, да, но так не бывает. Идем дальше. Значит, что же нужно, чтобы быть здесь, стать членом клуба? Члены клуба Incruises, они платят ежемесячный членский взнос. Это по 100 долларов каждый месяц мы накапливаем на наш будущий круиз. Эти 100 долларов у нас конвертируются в 200 круизных долларов. То есть 200 круизных долларов – это не одно и то же, что просто доллары. 200 круизных долларов – это, знаете, как акции, как жетоны, вот, да, продают, допустим, где-то вы
для того, чтобы, допустим, казино, да, вы приходите, вы даете там, допустим, $100, вам дают фишек на определенное количество. И вы этими фишками можете только играть. Вот у нас здесь это, если вы $100 в нашем клубе, это вы как акции покупаете, вам дают 200 круизных долларов. Их можно было долларами назвать, их можно было назвать акциями, я не знаю, чем угодно можно было назвать, но это не добавляет компания. Многие очень путают и говорят, что вот добавляют, откуда же еще эти деньги. Никто вам не добавляет, это просто эквивалент. $100 вам на $100 дают 200 круизных долларов. Это товар. Вы видите, что это запатентованная валюта, круизные доллары, ТМ стоит. Поэтому вы их можете использовать только покупая круизы. Больше вы их никуда не можете использовать. А покупая круизы в нашем клубе, вам это очень и очень выгодно. Почему? Потому что если вы не являетесь членом нашего клуба, то вам круиз будет стоить по цене круизной линии. К примеру, там $700, да? К примеру, да? Если же вы являетесь членом нашего клуба, то вам тоже будет $700, но только круизных. Вот и считайте, сколько это получится ваших. Да? То есть ваших это будет 350. У вас скидочка идет 50%. То есть это каждому дается возможность, соблюдая определенные условия клуба, вы можете вот таким вот образом пользоваться. То есть есть такие условия для наших членов клуба, которые только первый год в нашем клубе, так как он рассчитан на долгосрочное сотрудничество клуб. И чем дольше вы в нашем клубе, вы знаете, вот для меня, тем больше у вас будет преимуществ. Вот вы знаете, я не заметила, как я уже 2 года в этом клубе, и мне как бы пришло напоминание о том, что уже прошло 2 года. Я даже, мне казалось, что еще столько нету. Оказывается, да, уже 2 года прошло. И здесь вот первый год, когда люди приходят к нам, то они могут использовать до 60% от накопленных круизных долларов. Здесь, друзья, вот тут очень интересно, что на накопленных круизных долларов не то, что у вас сколько вы положили, да, а сколько накопили круизных. Если вы, к примеру, платили уже 6 месяцев по $100, это 600 ваших денег, а круизных долларов 1200, то 60% идет от 1200. Соответственно, это 720. Ваших 600, тех 720, соответственно, это вам уже выгодно, это потому что на 20% вы больше можете уже долларов взять, нежели вы, если бы просто своими деньгами рассчитывались, ну, с карточки. Поэтому чем дольше вы являетесь членом нашего клуба, тем вам выгоднее. На второй год у вас уже 70%, на третий 80%, четвертый 90%, и с пятого года вы можете уже использовать полностью 100% круизных долларов для того, чтобы забронировать себе круиз. Скажите мне, пожалуйста, все понятно вот с этим членством в клубе и с круизными долларами? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если всем понятно. Кому непонятно, пишите вопросы. У нас есть кнопочка вот «Вопросы». Вы, пожалуйста, туда все записывайте. Я обязательно вернусь в конце и отвечу на все. Если вы пишете вот здесь в чате, там пополняются новые посты, и я, собственно, не вижу уже ваших вопросов. Я не успеваю их смотреть, да, и отвечать. А если вы мне запишите вот вопросы, то я к ним вернусь и обязательно отвечу. Итак, наш продукт. Да, спасибо, все. Если не оплатил 1 месяц, пожалуйста, вопросы туда пишите, но я уже отвечу вам. Если не оплатили 1 месяц, значит, на следующий оплатите 200. То есть вы будете заинтересованы платить, потому что это ваши круизные доллары. Чем больше вы туда проплатите, тем больше вы получите. Наш продукт – это не круизы. Мы не туроператоры. Мы не продаем круизы. Наш продукт – это членство в нашем клубе. Мы говорим вам следующее предложение, что, друзья, мы пользуемся вот такими вот возможностями, да, что мы можем поехать в круиз,
за круизные доллары, и нам это будет значительно дешевле. Мы имеем свою базу, которую поисковую базу, которую вы можете выбирать сами себе круизы. Вам это обойдется дешевле. Более того, у нас еще есть возможность зарабатывать, о котором я чуть позже скажу. И вот это предложение, если вам это подходит, если вам это нравится, то добро пожаловать в наш клуб. Вот это все наше предложение. Мы ничего не продаем, кроме как членство в клубе. Хотите иметь такие же льготы и скидки, добро пожаловать к нам. То есть вот такое наше предложение. Ну, выгода я уже вам рассказала, как итог, это, безусловно, база единая, это у нас 50% скидочка, есть 14 дней гарантии возврата денег. Вы не сможете, если вы пропустили один месяц и 200 внесли, Оксана, то тогда да, вам 400 и засчитают. Но в месяц мы не можем больше, чем 100 долларов вносить. Поэтому у нас эти определенные есть ограничения, потому что мы пользуемся такими ценами. То есть при условии соблюдения условий клуба мы сможем с вами пользоваться вот такими вот ценами. С нашим клубом, знаете, как я говорю, есть возможность поехать в круиз, а без нашего, собственно, клуба и возможностей-то не так-то много. Это говорит статистика. Это не говорю я, это говорит статистика. Потому что в Америке только 20% путешествовали, Европа это 10%, у нас 2-3%. Сейчас вы видите, вот даже у меня за 2 года с моей структуры поехало уже свыше 200 человек. Ну, вы представьте, если это турагентство отправляют по одному человеку за 3 года в круиз, то что? Что такое за 2 года 200 человек, это, конечно же, говорит о многом. Итак, что же предоставляет наш клуб? Он еще у нас может предоставить также и заработок. Скажите, пожалуйста, интересно здесь новичкам заработок? Хотите ли вы заработать в такой индустрии, которая она действительно сейчас трендовая? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если кому это интересно. Которая трендовая, которая денежная, которая самая быстро развивающаяся сейчас, которая есть. Так, есть интерес к этому. Спасибо большое. Значит, будем говорить тогда. Итак, у нас есть несколько вариантов. Вы выбираете, какой вам больше нравится, какой вас больше устраивает. Первый вариант – это член клуба. Вот все, что я вам говорила, это касается члена клуба. То есть вы накапливаете себе на будущий свой круиз, берете по вот этой 60, 70, 80 и едете в круизы. Все, что вы не используете, 60% вы используете, 40% у вас осталось на следующий круиз, вы уже можете использовать потом эти оставшиеся доллары уже на следующий раз. Все, член клуба больше он только пользуется для себя. Он не может здесь приглашать людей, он не может здесь строить бизнес, потому что он не приобрел так называемую франшизу. Франшиза у нас, она стоит $195 на год, в последующем пролонгации $95. Если вы, знаете, это самый оптимальный такой вариант. Почему? Потому что если вы заходите на $295, 195 – это покупка лицензии на год плюс $100 за первый месяц вашего членства, вы можете тогда взять все, что вам предлагает компания. Понимаете? То есть вот все, что есть возможность заработать, вы тогда сможете заработать. Члены клуба здесь не зарабатывают, зарабатывают только VIP-партнеры. Друзья, у меня нет звука, пишут, Людмила пишет, что нет звука. Звук есть или нет? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Есть или нет звук? Звук есть, все. Не отвлекаемся, идем дальше. Итак, у нас есть несколько вознаграждений. Это вот то, что вы видите слева, это у нас так называемое поощрительное. А то, что справа вы видите, это в деньгах. Это то, что ну, как бы настоящие деньги, настоящие доллары. Первый – это у нас продюсер-бонус и бесплатное членство. Посмотрите, пожалуйста, если вы пригласите, то есть вы зашли на 200, мы теперь говорим только за тех людей, которые купили лицензию. Это уже бизнес, это уже заработок. Если вы пришли в Incruises, ну, допустим, там сегодня 20, там, пусть 23-го, да, завтра, да, получается, 23-го числа, и за ваш месяц по 23 ноября вы пригласили 5 человек.
Если вы это сделали в течение месяца, то вы получите от компании 250 круизных долларов. Это так называемый продюсер-бонус. Вам дается вот именно круизными долларами. Но помимо этого, самое главное, это то, что к следующему, 23-му, если вы пригласили 5 человек, то вы уже больше не оплачиваете себе уже вот эти 100 долларов ежемесячные, которые мы накапливаем на свой круиз. Потому что вы пригласили 5 человек, соответственно, вы вышли на безоплатное членство. И теперь круизные линии вам будут, наш клуб нам будет, вам будет начислять по 200 круизных долларов каждый месяц. Я не плачу уже 2 года, как я не плачу свое именно членство в клубе, потому что мне это все начисляет компания. Потому что я пригласила, ну, в первую линию я больше, чем 5 пригласила, но тем не менее 5 я сделала, и я больше не плачу вот эти 200 круизных, ой, прошу прощения, 100 долларов. Мне компания начисляет 200 круизных. Поэтому, если вы хотите путешествовать бесплатно, путешествовать по всему миру, и даже не думать о том, что вам нужно накапливать на свой круиз, тогда вам нужно пригласить всего 5 человек. Если у вас это получилось за месяц, отлично. Если у вас не получилось за месяц это сделать, а там за 2, тоже ничего. И даже за 3-4 ничего. Почему? Потому что даже если вы зашли на 295 и потом проплатили пусть 3 месяца, вот ну за 3 месяца вы сделали 5 этих человек, или за 4 месяца, пусть плюс еще 400 долларов, итого у вас получилось 700, то вы знаете, если вы даже 700 проплатили, а потом будете путешествовать много-много лет бесплатно в круизах, ну, согласитесь, это не та цена, о которой нужно беспокоиться. Вы будете, не будете уже, знаете, думать, как себе отпуск какой-то, куда поехать, за что поехать, потому что у вас всегда будут лежать деньги на круизы. И это очень здорово. Поэтому выходите на безоплатное членство, и больше не будет голова болеть, куда поехать и за что поехать. И вы не будете от семьи отрывать эти деньги для того, чтобы это оплатить. То есть 5 человек, и вы уже, собственно, на безоплатном членстве. В год вы получите 2400 круизных долларов. То есть зачем нужно быть членом и партнером в нашем клубе? Это называется VIP-партнер. Для того, чтобы первое, это достичь безоплатного членства. Только те люди, которые заходят на 295, они могут достичь безоплатного членства. Мгновенные бонусы. Когда вы только пришли, у вас, безусловно, есть те люди, которых вы приглашаете, которые первые приходят. И те люди, которые приходят также на бизнес, именно на бизнес, то вы с этого будете также зарабатывать. Вам компания будет платить за каждого партнера дополнительные денежки. Это называется мгновенные бонусы. За первого партнера, это календарный теперь месяц, друзья, за первого партнера 50 долларов вы получите, тот, который заходит на 295. За второго в календарном месяце 60, 70, 80 и так далее до 150 и последующие. Но как месяц только закончился, новый месяц опять начинается с 50. То есть вот это вот смотрите здесь, то есть если месяц идет сейчас, вот сейчас регистрируйте, месяц закончится, ноябрь уже начнется опять 50, 60, 70 и так далее. То есть это мгновенный бонус, который вы получаете сразу на карточку, и вы можете ими уже будете потом и сможете пользоваться. Матчинг бонус. Матчинг бонус – это замечательный бонус, который, знаете, у нас очень важно, чтобы наставники помогали своим партнерам, которых они пригласили, развивать этот бизнес. Поэтому ну, матчинг бонус я не буду здесь детально говорить. Вы обратитесь к тому человеку, который вас пригласил, потому
потому что это уже, знаете, надо вникнуть во все это. Но самое главное – это то, что матчинг-бонус может получить ваша связка вместе со спонсором, и вы будете зарабатывать мгновенные бонусы, а ваш спонсор будет зарабатывать матчинг-бонус, потому что он будет вам помогать, он вас будет обучать, он вас будет развивать, он будет вам показывать, как делаются презентации, и за это также он будет зарабатывать матчинг-бонус. Пассивный бонус. Все мы мечтаем о том, чтобы пассивный у нас доход был, знаете. Ну, наверное, ну я не знаю, кто мечтает, чтобы ничего не делать и зарабатывать. Всегда, вы знаете, если у вас есть пассивный доход, это значит то дело, которым вам нравится заниматься. Вы все равно будете этим заниматься, но вам еще в награду это будет идти еще и пассивный доход. Пассивный доход замечательный в нашей компании, потому что вы можете получать очень хорошие деньги. Очень хорошие деньги по пассивному доходу. С каждой последующей проплаты людей, которые платят по $100, вы будете получать по $5, то есть 5% с их проплаты. При условии, то есть у нас линейный бизнес, я имею в виду Unilevel наш маркетинг-план, глубина – это один уровень, второй, третий, и вы будете в глубину получать до 20 уровней. Однако ограничения ваши будут касаться только тем, что сколько у вас в первой линии ваших бесплатников. Вот насколько вам выгодно помогать своим людям, которых вы пригласили, выйти на безоплатное членство. Потому что выйдя на безоплатное членство, ваш партнер, которого вы пригласили, вы получаете в глубину еще один уровень проплат по $5. Поэтому это очень хороший пассивный доход. Я приведу пример Романа Дрыгу, возможно, кто-то знает. И последний, ну, это публичные данные, поэтому я это взяла с картинки, которую нам прислали, когда он вышел на интернационального директора, с чем я его очень поздравляю. И там стоял, значит, доход у него 20 тысяч. Интернациональный директор зарабатывает $10 000, а у него в первой линии 9 человек на бесплатном членстве. Соответственно, он достает 9 уровней по $5. И вы знаете, какая это сумма? Эта сумма 10 000 долларов. 50-50. Итого получается $20 000. То есть 10 тысяч дарант и 10 тысяч это по пассивному доходу. Поэтому вот такой замечательный бонус. Обратите на него внимание. Вот, ну, это как бы в табличке он показан, в ширину он действительно не имеет никаких ограничений, ну, а в глубину вот ограничения, сколько у вас бесплатников по первой линии. Ну и самое вкусное и самое интересное – это наши лидерские ранги. Вот то, что спрашивали, то, что у меня сколько я зарабатываю, вот посмотрите здесь по этой табличке, и вы видите, какие у нас здесь хорошие доходы. Я лично, когда первый раз смотрела, то я думала, что это один раз дается только тогда, когда вы выходите на этот ранг. Вот я 2 месяца это слушала и никак не могла понять, что, оказывается, это каждый месяц вам проплачивают. Это меня очень удивило, и, в общем-то, было это решающим, когда я приняла решение именно работать здесь. Поэтому посмотрите, может, и вы что-то пропустили, еще и поэтому не приняли решение. Маркетинг-директор – это тот человек, тот партнер, который в команде, у которого 30 человек, товарооборот команды – это $3 000, и он имеет доход $300. Итого, если с пассивным взять, то это будет $450. Вы знаете, это хорошие деньги. 30 человек всего лишь $450. Старший маркетинг-директор – это когда уже у вас в команде 100 человек, товарооборот 10 тысяч долларов, это будет $1500. Это уже хорошие деньги даже для Европы. Региональный директор – 250, итого 3750. Национальный директор – 500, это 7500. Интернациональный – 1000, это 15 тысяч. Экзекьютив – 2500, 37500. Ну и уже один человек у нас, который есть как член совета директоров, который входит, это Ольга Ротниченко, она уже зарабатывает свыше $110 000 в месяц.
Поэтому вы выбираете вот справа, какая в этой колоночке, какая цифра вам больше всего нравится, и идете к своему наставнику, идете к своему человеку, который вас пригласил, и говорите: расскажи мне, как это сделать. Если он не знает, у него всегда будет кто-то выше, какой-то выше наставник, который это уже прошел и который это вам расскажет. Поэтому понравилась цифра, ищите возможности, как вы ее достигнете. Ну и да, ну это уже как бы итог как бы всего. Я поэтому, так как я сейчас, как я вам уже сказала, что я сегодня провожаю своих детей в круиз, поэтому мне нужно уже бежать, я отвечу на вопросы, которые вы мне здесь задали. Вот 15 вот так. Как установить звук, Наташа? Это уже нет звука. Добрый вечер. Из Крыма есть круиз? Ну что вы, нет, конечно. Из Крыма даже проблема поехать людям. То есть там есть определенные нюансы, так как Крым под санкциями, то если вы не имеете биометрического паспорта, то это проблематично поехать. Там поинтересуйтесь у ваших наставников, каким образом это можно сделать. Комната вопросов. Да, Леонид, это комната вопросов. Есть ли качка? У меня спрашивали не один раз, укачивает ли, а если шторм? Ну, качки, конечно, но это лайнер, это не на земле. Вы, безусловно, это чувствуете. Я не видела, чтобы укачивали, хотя некоторые люди говорили, что кого-то там укачивало. Но, опять-таки, все люди по-разному как бы реагируют. Но если сильная качка, вот, допустим, есть какие-то проливы, да, что-то где-то вы проходите, определенный сезон, он какой-то такой бывает, что именно в этом проливе, и, в общем, очень часто бывает такая качка. Ну да, надо пройти просто ее, по-другому там не получается. Вот. А если шторм? Ну, это знают те люди, которые выводят лайнер. Поэтому что значит, а если шторм? Они знают, что делать, если шторм. Поэтому, что значит непотопляемое судно, говорили. Титаник, он же на айсберг, правильно, ну, поэтому, а так он непотопляем, может, и был бы он, но так он же на айсберг наткнулся, да? Поэтому у нас сейчас это уже практически исключено. Сколько в долларах на двоих в среднем будет стоить путешествие на 7 дней? Леонид, это вы обратите к своим наставникам, у нас 5000 маршрутов, поэтому я не смогу это вам ответить. Майкл Магет, как лучше сделать, что именно, не знаю. Можно ли получить ссылку на это видео, чтобы отправлять заинтересованным людям? На какое видео? Если вы имеете в виду презентацию, да, пожалуйста, мы так, собственно, всегда и делаем. Спикер провел презентацию, мы его выкладываем в чатах, и какая вам нравится, то и отправляйте. Хочу стать членом клуба, но из-за работы. Считаю, здесь основная цель и другие ощущения от клуба. Пожалуйста, ставайте членом клуба, заработать можно. 50% скидка – это через 4 года членства в клубе, я правильно понял? То есть вы можете 50% она с первого дня, да, то есть, она, то есть ну, с первого месяца идет. Просто вы не всеми сможете воспользоваться круизными долларами. Первый год вы можете 1440 использовать круизных долларов. Остальное остается и переходит уже на следующий год у вас. А вот уже с пятого года вы все 100%, вот сколько у вас там есть этих круизных долларов, так вы можете использовать. А 50% это изначально. Все время вы 50% имеете. Просто вы не имеете доступа ко всем круизным с первого года, ко всем круизным, накопленным вашим круизным долларом. Но они никуда не пропадают. Просто вы уже через 4 года, там уже 90%, а там уже полностью 100%. Поэтому вы сразу их имеете, 50%. Хочу стать членом клуба, но, ага, это я читала. Так, это я читала, безусловно. Последнее нравится цифрам. Ну, так правильно, поэтому и нужно к этому стремиться. Это хорошо, когда нравится. Когда есть желание, это вообще наша движущая сила. Потому что желания, друзья, они дают нам энергию. Энергию для осуществления этих желаний. Вот эти вот хотелки, которые у нас есть по жизни, вот вы заметьте просто и определитесь вот для себя. Они нами двигают, понимаете? Женщины меня поймут. Ну, хочется какую-то там шубку, колечко или пройтись своими ножками по лестнице Сваровских круизок, ну, так это же обязательно будет, понимаете, потому что так захотелось. Но точно так же и мужчины, только может у них другие желания, вы
вести свою там жену или своих детей, свою семью, понимаете, сделать какой-то подарок, может быть, сюрприз какой-то на какую-то свою там семейную дату ваших отношений или еще чего-то, да, свадьбу для своих детей сделать. Я не знаю, ну, масса же разных поводов может быть. Поэтому вот можете сделать такой сюрприз, знаете, $100, они сегодня, как бы, ну, это не такие большие деньги, которые вот могли бы решить это все. А если они для вас существенные, то тогда вы можете здесь заработать, и все, понимаете? То есть это можете заработать и сделать вот такой вот сюрприз. Вася Васильев, ну, на самом деле, вы что имеете в пирамиде, да, тем более самым главным вы в пирамиде станете? У нас не пирамида. Что значит пирамида? Пирамиды – это бывают финансовые пирамиды. У нас есть товар, у нас есть круизы. Люди ездят в круизы и используют свои деньги. Если вы имеете в виду финансовую пирамиду, то там вы кроме денег там ничего нету. Поэтому, что вы имели в виду, я не понимаю. С карты можно добавить деньги, если вас не хватает на круиз. Докинуть можно больше? Нельзя, Вася, это в пирамидах можно, а у нас нельзя. У нас можно только по $100, поэтому у нас, чтобы не было пирамиды, знаете, если была пирамида, то гребли бы, наверное, сколько хотели. А у нас есть очень много разных ограничений и условий, чтобы наша компания существовала долго, успешно, и чтобы здесь люди могли зарабатывать, чтобы они здесь могли осуществлять свои мечты и, соответственно, ездить в круизы как можно дольше. Поэтому, Татьяна, если я правильно поняла, что... Не вижу вашего вопроса. Друзья, ну, если вопросов нет, тогда я, разрешите мне откланяться, потому что, как я уже вам сказала, немножко мне сегодня нужно поторопиться. Я вам очень благодарна за то, что вы сегодня были такими внимательными и активными слушателями. И я вам всем желаю, чтобы вы здесь, нашим клубом, осуществили все свои мечты. Кто хочет просто попутешествовать, кто хочет здесь заработать, кто может стать даже главным в нашем круизном клубе. Все для вас, собственно, дороги открыты, и уже люди есть, те, которые уже прошли, показали, что это возможно. Ваша задача только это повторить. И все будет так, как вы этого хотите. Всего вам хорошего, всего вам доброго, запись вам будет. Я вам желаю успехов, хорошего.